Саха-Академический театр отметил свое 110-летие. В программу празднования вошло множество мероприятий, в том числе широкая гастрольная программа. Праздничная декада завершилась торжественным вечером в зале самого театра. В этот же день свой 65-й день рождения отпраздновал директор и бессменный художественный руководитель театра Андрей Борисов. Благодаря Андрею Савичу целых 25 лет вот его руководства Министерством культуры и духовного развития нашей республики театральное искусство поднялось на очень высоком уровне. И вот поэтому мы очень благодарны Андрею Савичу и поддерживаем Андрея Савича.